сейчас уточним еще. Сейчас увидим, где люди сидят. Вот он, Ocean Maya Royal. Смотрите, какая красота. Шикарно, просто шикарный отель. Смотрите, какой у нас красивый ресепшн. Фонтанчик в центре. Диваны такие. Вон там впереди идет анимация. А здесь люди кайфуют. При входе стоит стол с шампанским. Как только приезжают гости, сразу бокал шампанского наливают. Ну, на самом деле, вот и сейчас можно подойти спокойно. Можно здесь налить, можно вон там, вот видите, в баре очень удобное сиденье. И здесь один единственный магазинчик с местными сувенирами. Ну, как бы, я считаю, что дороговат. Так вот здесь комфортная обстановка звучит, музыка. Видите, как классно. Там прямо перед нами бар. Там дальше, чуть дальше, такая вообще классная кофейня. Делают вкусное кофе всякими пирожными. А впереди фонтанчик. В общем, очень уютная атмосфера. Очень здесь так прохладненько. Здорово. В общем, приехали мы с экскурсией. И решили сейчас пойти вот здесь. Вот, смотрите, вот народ уже собирается. Здесь такая, вот это интересно, видишь, как сколько всего будет, столов много. Вот ярмарка какая-то у меня будет. А мы сейчас зайдем, попьем в кофейню кофейку. Здесь такой кофе вкусненькое делают. И сидим по пирожному. Проголодались после шоу с дельфинами. Не шоу, после того, как мы накатались с дельфинами. О, здесь, видите, тоже народ. Тут такая мини-библиотека есть. Ой, видите, какие пироженки. Ну, как вот тут вот похудеть? Никак. Да, экспресс и милк. Видите, какая классная кофейня. Сейчас нам сделают кофейню. Всякие с радости. Вот эти аппараты. Экспрессо? Да. Ту. Нет, тут. Все вообще. Не дают снять. Все ходят туда-сюда. В общем, очень милая, уютная кофейня. Пирожки сейчас. Вместе с кофеем. Классно попить кофейку. И одно вот такое. Я хочу вот такое попробовать. Угу. И вот это вот. Худеющие. Приехали. Где вы, зайки? Кстати, одни хвосты торчат. И кто у нас? Смотри, бегом, бегом, бегом. А не знаешь, что мы... Да, сегодня у нас ничего нету. Хоп-хоп. Побежали дальше на охоту. Выходим на балкон. И сразу попадаем в джунгли. Видите, хвостатые сидят. Олени ходят. Сейчас поближе покажу. Вот это чем же не хороша Мексика. Мексика, и это супер. Смотрите, какие цветы красивые на балконе. Вид такой потрясающий. Пальма уже с кокосами. Вообще красиво. Все в зелени. Сейчас такой шел дождик. Все у нас в воде. А эти мелкие, смотрите, кошаки. Это их так называют, все там что-то ищут, ищут. Привет, кто к нам пришел? Иди, заходи, сейчас тебе бананчиком мы угостим. Иди, зайка, иди, иди. А то к нам идет. Опа. А он дотащит вместе? Смотрите, как красиво рисуют такие картины. Там вот, видите, приехала ярмарка, всякие на ней значочки с эмблемами, с черепами. Конечно, здесь цены немножко дороже, чем в Прайо де Кармен. Но зато привезли, и зато не надо никуда ехать. Всякие сувениры, всякие тарелочки. Здесь немножко темновато, конечно. Сегодня на улице идет дождь, поэтому все сегодня обосновались здесь.
вот на руку ремешки, бусики различные такие. Вот так, Оксанка, вот это я люблю. Бусики? На руку? Это штучки? Это райну, жемчуг. Сейчас, значит, надо в Таиланд, там такой жемчуг красивый. О, видите, свет включили по заказу. Шляпы. Парень что-то рисует прямо в телефоне. Шляпы всякие разные. Стаканы. Гамаки. Конечно, классно было бы на дачу привезти гамак. Во-первых, причина первая, как его везти. Во-вторых, мне кажется, на нем и не будешь лежать. А что такое шерстяное? Это типа, смотрите, типа одеяла такие. Сейчас еще посмотрим. Какие-то их национальные одежды опять. А вот это у них вот эти сувениры. Смотрите, какие страшнючие. Народ все равно покупает. Вот эти черепа, блин, Минамай. Видите, вот эти куклы. Не, ну, если ничего красивое, это, конечно, все, наверное, вручную у них сделано. Но по мне так, смотрите. Кому нравится, кому нет. Напишите свое мнение. Кому-то нравится, кому не нравится. Будет интересно почитать. Вон Джома, не видите? Тарелки какие красивые. Жалко, что нет у них не написано слово Мексика. Такие балалайки, маски все-таки разные. Ну вот, получается, это какие-то типа сарафанчики, а тоже тарелки. Вот эти вот календарь майя у них. Видите, все выставляют. Конечно, сувениры сейчас кто-нибудь купит себе на память, потому что до города немножко далековато. Вот кому нравятся маски, смотрите. Сегодня опять получается у нас вторник, и получается это будет мексиканская кухня сегодня. День мексиканской кухни, день Мексики. Ну, а вот кому интересно, наряды вот такие вот сарафаны. Не знаю, мне кажется, они совсем уже не модные. Но опять же, это мое мнение на самом деле. Кто его знает, такие фонарики всякие. Ну и вот сумки я уже показала. В принципе, и все. Так посмотреть для интереса. Видите, это типа как пивная банка. А, это под банку. Видите, такие. Идешь, ты, короче, ремень себе повесил и банку сюда поставил. Интересно, что там Галя купила. Галь, ты что купила? Галя, это что? 10 долларов. 3. Ты себе купила значки, да, Галь? Вот эти черепа, я поняла. Прикольные, конечно. Мехико. Это такие ловушки для снов. Тут у нас, видите, стоит макет пианино. Канкун. Видите, это ручная работа, сделаны сумочки такие. Маленькие, побольше. Что тут еще есть интересного? Вот эти тоже люди, видите, покупают это на руки. Прикольно. А вот это интересно, зачем? Статуэтки. Наташа, ты что покупаешь? Нравится тебе? Что-то делает своими руками. You speak English? Little. This is made by a Spark Lux. This is the office mechanic, welder, doctor. Okay. Молодец, видишь? Специальности. You like this? Понравился? Не, it's good.
Он просто покупать не будет пока. Ну или вообще. Не, вообще здорово, конечно. Не, конечно. Hola. Hola. ¿En español, English? Oh, чуть-чуть, little. Poquito. Little English. English. English, where are you from? Russian. Russia. Russia. Привет. Привет. Как дела? Молодец. Красиво, да? Еще вот так вот, ребята, я вам показала. Приблизительно. Ну, даже не приблизительно, если честно, и все показала. Все, что у нас сегодня здесь есть, представлено. Вот на такой ярмарке. Я тоже хотела себе купить тарелочку, чтобы было написано именно слово «Мехико». Но такой нету. Тут купили календарь майя. По сути, уж такую вести. Да. И мне очень нравится, что они такие доброжелательные, приветливые. Всегда, когда ты идешь, все с тобой здороваются. Да, так здорово. Конечно, в каждой стране свой колорит. Каждая, абсолютно. Поэтому есть возможность, нужно посетить Мексику или там любую другую ближайшую страну. Все это очень чудесно. Смотрите, какие интересные мексиканские сладости. Возьмем попробовать. Здорово. У нас сегодня такая на обед вкусняшка, такие вот устрицы и мидии. Кстати, они очень свежие, вообще обалденного качества. Просто бесподобно. А это вот кальмарчики в соусе. Объедение. Все это дело приправляешь лаймом и вообще получаются такие вкусняшки. Вообще, конечно, на обед очень большое разнообразие. Я поэтому, ну, может, многие скажут, что снимают еду, но я снимаю, короче, все, что вижу, все, что мне нравится, что могу смело порекомендовать этот отель тому, кто едет отдыхать в Мексику. Отличный отель, отличное питание. Море, воздух и вода. На дереве. Вышел с отеля, хопа. Вот эта белка к нам приходила. Ух, эта белка к нам приходила. Вышел с отеля, белочки. А вон эти еноты хвостатые. Вон они. Вон вдалеке хвост торчит. А, вон, совсем. Как же позвать? А здесь вилку. Будет она слегка? Не знаю. Конечно, давай. Зай, ты будешь есть? А вижу, он сам. Или очка будет закат. Что делаешь-то? О, хвост, что ли, свой копает? Или что? Смотри, хвост свой чистит. Смотри, на хвост. На хвост насыпает. Да, зачем? Может, болит у него, лечит? Правда. Видишь? Да. Может, его покусали птички. О, как чудно, да? Надо его угостить. Интересно, он будет есть? Кстати, не обращать. Ты будешь есть? Будет, конечно. Чего ж не будет-то? Печенька, вот это что-нибудь есть такое? Не бывает. А это, может, гнездо какое? Или, может, это пчелиный рой какой-то, да? Прямо огромный. Угу. Интересно. Будьте здоровы. Всякие различные конкурсы. Утром встаешь, гимнастика, потом поло, хочешь волейбол играть. Постоянно там какие-то учат танцы, устраивают какие-то барбекю возле бассейна. Видите, тут два бассейна. Один возле, где выдают полотенце, второй чуть дальше. Там всегда весело, тусовочно, народ зажигает. Тут сколько баров, видите? И вон в баре сидят спокойненько, если хочешь укрыться, отдохнуть. И вот впереди бар. Какая-то анимация, какая-то, ну, okay, что-то они там, конкурс какие-то. Классные аниматоры. Вот, народ, видите, тусуется. Что, не учат танцы? Окей, суфисиенте. О, ahora.
Nuestro último llegó un poquito tarde, he's late, but he had the best memories. Tiene los mejores recuerdos, así que por favor, give it up, amigo, aplausos por Tulio. Который сидят в бассейне, вообще не вылазит в бассейн. То есть у них там тоже бар сделан, и они там пьют на уровне, не ходят, не купаться, им это не нужно. Вот смотрите, видите, сидят с коктейлями с такими и наяривают. Pero tengo una pregunta para todos ustedes. I got a question for all of you.